Здравствуйте, меня зовут Иванов Арсений, и я автор системы практических курсов по вычислительному дизайну. Я родился в городе Днепропетровск, Украина, закончил Приднепровскую государственную академию строительства и архитектуры по специальности градостроения. У меня за плечами довольно серьезный опыт реализации и проектирования различных параметрических объектов. От небольших лавочек до серьезных потолочных и стеновых конструкций 100 и более квадратных метров. Своим опытом я бы хотел поделиться с вами в своей серии курсов. Эта серия курсов начинается с курсов по секционной порезке. Данный курс является, это не полноценный курс, скажем так, это часть практического курса крупного, который выделен отдельно для того, чтобы у вас была возможность пройти его и решить, нужно ли вам заниматься дальше и не переплачивать большие деньги. В случае, если вам курс по секционной порезке понравился, то вы всегда сможете со скидкой приобрести полный практический курс. Собственно, практический курс. Этот курс состоит из более чем 25 часов видео, в которых я подробно рассказываю о принципах создания и реализации, то есть проектирования и реализации различных популярных на сегодняшний день параметрических техник, которые будут разобраны мной более чем подробно. Плюс я всегда открыт для диалога, всегда готов помочь, если вы столкнулись с реализацией и у вас какие-то вопросы, я всегда смогу об этом рассказать. И третий концептуальный курс. Этот курс называется концептуальным только лишь потому, что другого названия, к сожалению, я так и не придумал. На самом же деле этот курс не только для создания визуального образа, как можно подумать на первый взгляд, но если вооружиться знаниями из практического и концептуального курса сразу, то вы получите очень серьезные знания, которые позволят вам от начала и до конца спроектировать серьезные, большие, крупные объекты, такие как фасадные системы, навесные и так далее. В общем, я жду вас на своем курсе, на любом из них. Записывайтесь, мы всегда открыты для диалога. И спасибо за внимание.